North London Hospice. Это мы смотрим чарити-шопы в Финчли. Это район. Это район такой, да. Марочки? Это марочка, блин. Так, что здесь? Много чего. Вот интересный компас. Компас? Только не знаю, он современный или старый. Наверное, современный. Может, они современный. Сделаны... 20 фунтов, да? Так. Бинокль. Серьги какие-то. Ладно, книжечек. Что-то я не сильно много хороших вижу. Тут когда-то даже альбомы были. Когда-то покупал. Так, DVD. Так. Я ничего сильно не вижу. Так, одежда. Что это ты увидел? Уголек и карандашики. Может быть, 55 фунтов стоит. Да нет. У нас полно карандашей и все. Уголь хороший. Или это не уголь? Это пастельные карандаши. Это толстые такие. По-моему, это ретушь. Ретушь? Что это такое? А, это вот такая наждачок. А, наждачок. Слушай, 5 фунтов, да? Угу. Да я не знаю, нам это не сильно надо, честно говоря, сейчас. Да. Сильно тут смотреть. Что за часики? Вот. Лошадка. Бижутерия. А тут что? Бижутерия. Тоже бижутерия. Ну ладно. Точно? Ну ладно, пойдем. Cats Protection. Защита кошек. Ну ладно, что тут в окне? Да? Тарелочка не нравится? Так. Хорошо. Видишь что-нибудь? Кошечка понравилась. Мяу. Ну, пап, ну, взрослый возраст. А, тебе по кошкам вдаряешь. Свинья. Что это? Свинья в огороде. Это не этот, не как его называют, тройка, нет? Это же Западная Германия, вот. Да. Их коллекционируют, но да. Это они дешевенькие. Это не тройка, нет? Нет, тройка это дорого стоит. Это уже лажа. Чтобы хорошие вещи видеть, это все-таки большая редкость.
Это, по-моему, отдельно. Это разве с этого? По-моему, это отдельно. Виноград. Вот оно отвалилось. Это... Ты ложи, наверное, ее. Боже мой. Пап, брось ты ее, наверное. Я хотел посмотреть вот из-под низу. Ну, что? Давай я посмотрю. Ни хрена там из-под низу нету. Так, по-моему, это... Я думаю, что это Мурана. Мурана? И по... 7 фунтов. Очень тяжелая. Очень тяжелая. Can you get the full bit off? Look. There's your receipt. All right. Monster Zinc. Это Гарри любит этот фильм. Не по возрасту, правда, но... Ну ладно, идем. Так, Cancer Research. Картинки, говоришь? Не то. Давай эту витрину сейчас посмотрим. Ой, какие тут эти штативы. Но мне уже не надо, правда. Книжечки старые. И... Да. Разве? А бокалы вон перевернутые, чтоб больше не наливали. Я зайду. О, вот это я понимаю. Ладно. Что это? Напечатано? Нет, это что-то не то. Это стекло нерезанное, нет? Резанное. Хочешь посмотреть? 2 фунта. Я не буду брать. Ты не будешь ее брать? Ну, как хочешь. Ну, смотри, видишь. Увидел чипка. Чипку увидел, да. Ну, давай я поставлю обратно. Так, вот это интересно. Я, конечно, покупать не буду, но... Дверные ручки. Ладно, я пошел книги смотреть. И DVD. Excuse me, please. Так, книжечки. Тут бывает что-то. Гигантская книга сказок. French cookbook. Это французская готовка. Travel. Это вообще непонятно что. В общем, по искусству... Ну, Impressionists by themselves. Это очень дешевый вариант. Но... Импрессионисты такой сборняк. Дешевый причем. Ладно. Ладно, с книгами, по-моему, все. Так, теперь... О, это можно долго смотреть. Ну, шоп тут хорошего. Братья Гримм. Ну, неплохой фильм, у меня уже есть. Хеф Леджер. Еще живой был. Так... Джона Хекс. Почем тут, кстати, эти диски? Не знаю. Avengers
Green Dragon Rage. Star Wars. Рассвет планеты обезьян. Ну их. Это там кругом одни обезьяны. Скотт Пилигрим. Кик-Ас. Вот. Так, а тут детская, наверное. Детская. Wanted, Эхо. Нарния. Маугли. Ну ладно, вот это все, по-моему. А вот и Oxfam. Спасибо. Календарик хороший с картинами про Рафаэлитов. Ну что? Ничего интересного. Совсем? Да тут вон еще есть. Ладно, что тут с книгами? История искусства для молодых людей. Молен Руж. Это по фильму, по-моему. Ладно, тут тоже когда-то обычно были книги по искусству. Но сейчас я что-то ничего не вижу. Должен быть. Искусство дизайна кухонь. Американские викторианцы. Да, это интерьеры. За динозавра вон книжечка. Не. Ну вот что тут можно посмотреть? О, Максфилд Париж. Посмотри вот эту книжечку. У нас две книги Парижа есть. Да. Она старенькая какая-то все-таки. Это очень классный график художник. Шикарный. Так ты за свою книжечку дорого заплатил. В 30-ку? Нет, 20 с чем-то. За сколько? У нас их две. А, у нас их две. Ну ладно. Ладно. Сколько стоит хоть? 4 фунта. Так, Калифорния, не. Графический атлас мира. Все, пошли. Это. От А до Я плохого поведения. Вот это не интересно. Нет, это история искусства для молодых. О, пап, ты что-то не то смотришь совсем. Это ничего. Ты вот это дай посмотреть, я хочу. История искусства для молодых людей. Слабо. Это по фильму какому-то. А, это... Не, убирай. Цвет называется. Что это такое? Да, это... Фотографии какие-то. Не, ничего сильно нету. Ладно, папа. А вот здесь ничего нет? Там нет. Точно? Ну ладно.
Так, посмотрю-ка я сейчас DVD. PlayStation Portable игры. Первый рыцарь. Samurai X. Интересно, почем у них тут диски. Dark Knight. Iron Mike Strikes Back. Сейчас пойдем. О. Вот такая тут таверна есть. Старинное здание. Какого времени здание, как ты думаешь, пап? 15-й? Ну, да ты шо? 19-й, ого. Ослышался. Ну, это тогда не сильно старое. Свет горит. А вот All Aboard. Правда, почему-то он сегодня закрыт. Вот сюда нас не пустят. Что тут еще на витрине? Ну как тебе сервизик? Хороший сервис. Royal Crown Derbyshire. И цены нет. Есть? Нет. Цены нет, просто. Какой-то фарфор тут непонятный. А стоимость почем? Стоимость? 45. Да. А это что? Яичко хорошее. Клаузон. Клаузон. Так. Ну ладно, так, чтобы сильно что-то хорошее тоже. Ну, пошли.